И снова здравствуйте, всем привет, The Brush 2019, и вот хотелось бы сделать вот этого нырка из «Чудеса на виражах» самолет. Давно уже его хочу сделать, все руки как-то не доходили, а тут что-то вот решил все-таки взяться. Давайте рассмотрим, как его можно не моделировать, как не модели, а сделать в The Brush. Погнали. Итак, открываем The Brush, находим сначала примитив, это будем делать со сферы. Включаем Edit, включаем Make Polymesh. Если будет немножко тут подгонять у меня, это не компьютер, это мышка. Она все еще новая и все еще чужая. Итак, давайте откроем текстуры. Импортируем сюда именно чертеж. Так, самолет. Ну, где-то, наверное, я возьму вот этот ракурс. Так, теперь текстуры. И вот это все дело сделаем активным. Итак, вот такой нырок. Вот так это все дело выглядит. И что нам нужно сделать? Вы видите, что здесь, в принципе, три части. Вот они. Самое трудное это будет здесь сделать вот этот нос. Ну давайте посмотрим, как его вообще можно делать. Предлагаю вот такую систему. Так, значит, включаем флур. Так, мышка. Так, включаю вот эту систему. И что можно сделать? Ну давайте сначала все это дело преобразуем в DynaMesh. Вот эту вот всю штуку. Так, DynaMesh. Переделаем сетку. Теперь обязательно давайте его уменьшим, потому что такой большой нам не понадобится. И маскируем Ctrl. Маскируем вот эту часть. Так, теперь я тут вот нажал, вот она, наверное, по X лучше будет. Нет, лучше по Y. Итак, Ctrl, размываем маску, чтобы мягче все это дело тянулось. И вот эту часть прям побольше вытягиваем. Все равно потом будем резать. Прям побольше, не боимся. Теперь что нужно сделать? Опять же снять маску и все это дело опять сделать DynaMesh. Ctrl, левая кнопка мыши, снимаем вот это выделение. Так, сетка переделалась, 7000 полигонов. Ctrl D, прибавим чуть-чуть, и нужно его теперь порезать. Так, значит, Alt, левая кнопка мыши, Ctrl Shift, включаем Trim Rect. Ну и пока хаотично вот так вот. Так, дивайды. Надо убрать дивайды. И вот так все это дело обрезаем. Делаем теперь Modify Topology Mirror and Well. Вот здесь вот. И получается у нас вот такая заготовка. Маловато. Давайте еще раз обрежем. Вот так где-то. И делаем Mirror and Well. Вот теперь нормально. Так, что еще нужно сделать? Тут нос. Вот этот нос должен быть как бы острее, да? Ну, попробуем сначала. Первое, что я хочу попробовать, это Move Elastic. Кисточку побольше. Draw Size побольше. Их симметрию включаем. Выбираем центр. И попробуем вытянуть. Ну ничего, так получилось нормально. Резать в принципе не надо будет. Так, и вот что еще можно сделать. Сделать это все дело как бы вот кверху, вот так вот. А вот эту часть, вот эту часть немножко, наверное, все-таки, ну, чтобы как лодка была.
Так, и вот эту часть тоже чуть-чуть приподнять, а нос немножко еще вперед вытянуть. Так, смотрим, получилось, что нет. Ну, в принципе, заготовка есть. Если что, потом уже можно флаттеном попроходить, подкорректировать. Нам пока нужно разбить болванку, понять принцип, да? Так, теперь нос вроде есть. Он еще требует корректировок. Здесь вот можно чуть-чуть его вот так еще вытянуть. Так, какой еще вариант можно рассмотреть, да? В принципе, нос нормальный. Да, нормальный нос. Флаттен нам еще потом подкорректировать. Он там ромбовидный. Так, теперь вот эту часть заднюю вот так где-то обрезаем. Это грузовой такой будет самолет. Теперь что можно сделать? Угу. Так. Теперь мы вот в такую позицию ставим и переключаемся Ctrl-Shift на Trim Rect. Нам нужно вот от носа вот эту часть срезать. Вот так. Так, это, ну, в принципе, да, нормально. Смотрим. Многовато, наверное, да. Чуть-чуть взял многовато. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Делаем Dynamesh чуть-чуть побольше. Поставим резолюцию, потому что модель маленькая. Снимаем. Так, делаем Dynamesh. И вот эту часть Ctrl-Shift. Чуть-чуть тогда снимаем чисто фасочку. Так, это опять же многовато. Ctrl-Z. Ничего. Повторение, мать учения. Так, вот. Вот это вот уже нормально. Делаем Modify Topology. Так, Mirror and Well. Делаем зарезку, теперь Ctrl-Shift, Trim, Rect. Делаем зарезку задней части вот этой. Так, где-то вот так, наверное. И делаем опять Mirror and Well. Вот такая получается болванка вот этого нырка. Да что? Вот новая мышка, вроде все хорошо. Ну, блин, что-то она не хочет у меня нормально работать. Наверное, хочет поменяться. Так, append. Выбираем теперь куб. И теперь нам нужно сделать верхнюю часть. Как делаем это дело? Значит, мы опять же scale. Уменьшаем. Поднимаем. Чуть-чуть так сплюснуть не будем. Просто приподнимем еще побольше. И все это дело растянем. Тянем побольше, не боимся. Вот до этой части отводим, чтобы нос был отдельно. Потом будем все это дело еще корректировать. Так, вот эта часть, пусть побольше мы ее резать будем. Так, теперь мы это дело оставляем. И нужно этому кубу сделать геометрии, значит, опять же, Dynamesh. Резолюцию чуть-чуть поднимаем, потому что модель маленькая, повторюсь. Так, что еще можно сделать? Вот эту часть можно сплюснуть. Вот таким вот образом. Чуть-чуть подвести сюда. И растянуть до вот этой срезки боковой. Вот так. Теперь нам нужно вот это все дело порезать. Первым делом мы обрезаем вот эту бочину. Вот так. Делаем Modify Topology Mirror and Well. Следом переворачиваем вот в такую позу. В такой вид точнее. И вот эту часть срезку делаем в эту сторону. Это будет уже окна Mirror and Well. Смотрим, что вообще получилось. И теперь можно поставить Circle, вот эту кисточку.
Так, и поменьше, как бы вот так, наверное. Пробел выравниваем, поменьше обрезаем. Есть такое дело. И нырку вот эту заднюю часть. Обрезаем вот под таким углом. Так. Вот так вот. Теперь переключаемся на корпус нырка. И вот эту часть пробуем тоже подкорректировать под эту обрезку. Ну, в принципе, ничего так пойдет. Заготовка есть. Тут вот что еще хотелось бы сделать. Это, наверное, вот эти окна. Как бы, наверное, под углом еще срезать. Так, это они ровно. Так, да. Ctrl-Z. И как бы, наверное, вот в эту сторону, что ли. О. Пробуем геометрии. Mirror and Well. Все. Вроде что-то такое получилось. Вроде что-то получилось. Так, теперь нам нужно раскидать крылья. Что делаем? Заходим, значит, находим куб append. Находим куб. Его, значит, опять же сплюснем. Где-то вот в таком духе. Подведем вот сюда. И сплюснем еще в эту сторону. Ты что, твою ядрёную вошь? Кто ж такие мышки делает, я его маму. Так, крыло поднимаю вот сюда. Так. Теперь крыло надо еще сделать пошире. Ну, что-то в таком духе пока. Здесь теперь мы выбираем кисточку Ctrl-Shift-Clip, циркл вот этот. И нам нужно вот это крыло закруглить. Ну, где-то в таком духе, наверное. Вот так вот. Делаем геометрию, делаем Mirror and Well. Так, крыло есть. Shift-Z, смотрим, что тут еще. А, пардонте. Да, ну ничего, потом это все округлим. Так, теперь нам нужно добавить два цилиндра. Добавляем два цилиндра. Это значит append. Добавляем цилиндр. Выбираем цилиндр, перекручиваем, как обычно.
Делаем ему скайл. Подгоняем, выставляем на левую сторону. Здесь где-то вот сюда, наверное, его. И вот так вытягиваем. Делаем еще раз скайл. Вот таким вот образом. Так, поднимаем Shift Z. Где он там? Ага, он лежит прямо на крыльях. Вот на этом крыле будет лежать этот двигатель. Чуть-чуть его еще можно перекрутить, подогнать. Посмотрим теперь сетку. Если мы замаскируем вот эту часть, Ctrl, левая кнопка мыши, вот это, и делаем Ctrl-I. Так, попробуем. Делаем скайл. Угу. Значит, Ctrl-Z. Выбираем вот эту часть. Делаем Ctrl-I. И попробуем все это дело. Так. Вот так аж вытянуть. И сделаем еще раз скайл. Во. Вот так вот надо это дело все делать. Снимаем маску теперь. И делаем всему этому Dynamesh. Так, делаем Dynamesh. И лишнее мы просто обрежем. Где-то вот так, наверное. Теперь нам нужно подкорректироваться с внешним видом вот этого, вот этой детали. Она получается, значит, срезанная. Угу. У нее получается, значит, верхняя, нижняя срезка. Shift-Z, закрываем картинку, и получается нам понадобится верхний, значит, срезать вот так вот полосу. Так, subdivide дивизии эти удалим. Вот так это все дело обрезаем. А теперь выбираем trim curve. И вот так вот под боченки немножко вверху так срезаем. Так, не зацепил. Почему? Потому что у нас он конусом идет. И нужно брать больше диаметр. Так, надо было сначала вот это все обрезать. Так, ну давайте сначала все обрежем, вернем назад. Вот так. Обрезаем, значит, верхнюю часть. Ну, так где-то. И обрезаем чуть-чуть вот эту, значит, боковую часть. Выводим все это дело теперь на центр. И делаем Modify Topology Mirror and Well. Выравниваем ее. Включаем сетку. Маскируем какую-нибудь часть, вот эту, наверное. Ctrl-I. И наоборот. А, ну да, все нормально. И все это дело теперь уводим. Так, не эту. Ctrl-I. Вот эту часть мы уводим. И делаем ей скайл. Во. Вот теперь что-то такое еще похоже. Так. Ну и делаем Dynamesh, добавляя резолюцию. Делаем Ctrl-W одну полигруппу.
Так, поле F отключаем. И посмотрим, что тут вообще у нас получилось. Так, если мы его сюда поставим, развернем и попробуем TrimRect обрезать. Ну, где-то вот тут, наверное. Вот так. Ну, нормальная заготовка. Теперь делаем Modify Topology Mirror and Well. Выбираем N, выбираем крыло. И нужно крылу сделать дубликат. Делаем дубликат. И это крыло вводим вот сюда назад. Shift Z, смотрим, что там. Так, это значит... Угу. Получается, эти части поближе, значит, сюда идут, к корпусу. Делаем Mirror and Well. Теперь у нас выбираем второе крыло. Делаем ему, наверное, Scale. Так, это дело есть. Все нормально. И поднимаем крыло повыше. Вот сюда. Можно его сделать потолще. Вот таким вот образом. Все потом сгладим, наладим, доработаем. Пока идет раскидка вот этого нырка. Так, теперь нужен хвост нам, да? Ну, по-простому опять же пойдем пути. Сделаем хвосту еще один дубликат. И все это дело давайте перекрутим. Подведем к задней вот этой части корпуса вот так где-то. И нужно его теперь сделать пошире. Вот так. Для чего? Чтобы мы сейчас могли поэкспериментировать вот с этой резкой, с его формой. Так. Значит, что? Мы его подводим где-то вот сюда. Ctrl-Shift, включаем Clip Circle. И вот так вот его так вот так где-то его обрезаем. Угу. Ctrl-Z. Сделаем ему DynaMesh еще разочек. Угу. Теперь мы его обрезаем. Так, 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 так. Проще, конечно, было бы его нарисовать. Обвести и сделать таким, значит. Ну, ничего. Угу. Значит, так. Обрезаем теперь его. Вот таким вот образом. И обрезаем его, ну, где-то... Вот так. А здесь теперь нам поможет Move Elastic.
Так, RGB можно отключить. Интенсивность чуть-чуть поменьше. И просто его подкорректируем. Так, это значит сюда. Вот как-то так. Кисточку поменьше. И вот эту часть сюда прям вытягиваем. Так, это все мы сглаживаем через Shift. Вот таким вот образом. Чуть-чуть опять же корректируем. Где-то его вот так вот выравниваем. Так, ну а здесь уже trim curve. Это значит вот так под углом режем. Здесь можно вот так тоже шибануть сначала. Вот так. И немножко еще повытягивать. Так, эту значит мы чуть-чуть вдавливаем. Здесь шифтом проходим. И вот эту нижнюю часть. Вот эту нижнюю часть чуть-чуть еще вытягиваем вниз. Вот так вот. Ну, пока что-то в этом духе раскидали. Ладно. Modify Topology. Mirror and Well. Так, хвосты есть. Теперь намечаем нижнюю вот эту часть. Опять же возьмем, наверное, хвост. Сделаем дубликат. Дубликат опять же перекрутим. И дубликат уведем вперед сюда, вот к корпусу. Теперь его подтянем вот сюда к крылу. И нам нужно вот с этой части взять, опять же, нормальную сделать деталь. Так, повышаем Dynamesh. Shift Z, смотрим, какая тут деталь. Она значит скошенная. Ну, теперь вот по корпусу берем. Отрезаем вот эту верхнюю часть за ненадобностью. Теперь вот эту часть и вот эту часть. Ну, что-то в таком духе, наверное. Shift Z. Ну да. А теперь здесь нужно сделать буёк. Так, я думаю, с буйком проблем не будет. Это мы добавим append, добавим сферу n, добавляем сферу. Ее, значит, scale. Выводим вот сюда, пока пусть по центру будет, чтобы она была симметрична. Выше ее поднимем. И нужно из нее сделать подобие более-менее нормальной вот этой лодочки. Ну, что-то в таком духе. Ну-ка, Shift Z. Ну да. И вот эту часть верхнюю. Голову с плеч. Теперь Move Elastic X симметрию включаем.
Так, многовато. Ну, как бы вот чуть-чуть ее вот так вот кверху задираем. Так, ну а здесь чуть-чуть, наверное, ее сплюснуть можно. Вот так вот. Делаем опять же скайл. Опускаем. Подгоняем. И подставляем ее так. Ctrl-Z. X-симметрию отключаем. Подставляем вот к нашему вот этому типа бую. Так, это вот так. Можно ее даже побольше поставить. Чуть-чуть его пониже. Он где-то ниже корпуса должен быть. И тогда получается нам нужно вот эту штукенцию. Это N. Вот эту. Просто растянуть. И подгоняем вот так теперь. Теперь эту ладью чуть-чуть уводим в бок. Так, наверное, чуть-чуть еще ее повыше. Ну да. И тут еще в чем вся фишка? Смотрим. Так, да что ж ты у меня капризничаешь? Фишка в чем, что вот этот корпус должен быть, смотрим какой, так, он еще снизу срезанный. Значит, выбираем N, выбираем корпус. Так, Ctrl-Z. Ну да, что-то в таком духе. Здесь потом можно догладить. И хочется, наверное, еще вот что сделать. Его чуть-чуть вот так поднадуть. Во. И чуть-чуть еще, наверное, вот так растянуть. И попробуем геометрии. Mirror and Well. Так, нос чуть-чуть округляем. Так. И попробуем вот эту часть. Вот так и чуть-чуть сгладить. Так, теперь Move Topology. Так, что еще тут можно? Вот этот корпус чуть-чуть вот так вот округлить. Ну, дно. Вот так вот как-то. Mirror and Well. И N теперь окошко тоже нужно, наверное, срезать. Mirror and Well. Так, ну вот что-то этакое. И вот это окно теперь, ну, крышу, нужно растянуть побольше. Во. Вот до этой штуки, потому что там еще будут двери.
И часть вот эта должна как бы быть угол стыковаться. Так, есть такое дело. Нырок раскидан. Теперь Shift Z. Что тут еще есть? Так, двигателя. Двигателя мы будем делать с цилиндров. И получается, значит, что? Угу. Выбираем теперь append. Выбираем цилиндр вот этот нижний, гладкий, который. N. Переключаемся на него. И теперь вот так вот перекручиваем. И он, считай, уже готов под двигатель. Так, делаем ему scale. Делаем ему scale. Еще раз scale. И подводим его вот сюда, вот так. Ну, в принципе, нормальный размер. Наверное, еще чуть-чуть уменьшить. Чуть-чуть вниз опустить, как бы. Вот так. Так, ну еще, наверное, поменьше. Во. Вот это нормально. Теперь делаем всему этому DynaMesh. Так, делаем DynaMesh. Ctrl-Z. Добавляем резолюцию. И вычтем из этого вот двигателя. Давайте же этот цилиндр и вычтем. Сделаем ему дубликат. Ставим прозрачность. Так, теперь делаем ему scale еще побольше. Вот так. И подставляем вглубь. Ставим его на вычитание. Объединяем, делаем merge down. Окей. И снимаем маску. Так, что тут получилось? И делаем ему геометрии. Так, значит, Modify Topology Mirror and Well. Ну вот. Нырок уже раскидан. Конечно, еще тут нужно доделывать, корректировать. Но в принципе все нормально. Возможно, еще придется. Так, если мы вот такой сейчас подставим. И Shift Z. Z включим глаз и попробуем его. Так. Так, перекрутить. Попробуем. И через Alt подвинуть вот сюда. Так, что мы имеем? Значит так. Начинаем корректировать, да? Z, включаем глаз, еще прозрачность делаем поменьше. И погнали. Так, N. Выбираем первую колонку. Гизму. Так, что я там выбрал? Ctrl-Z. N. Это кто тут у нас? Ну, давайте сначала разберемся с трубами вот этими. Так. Подгоняем трубу сюда и делаем ее scale S поменьше.
Так, главное, чтобы нырок был нормально выровнен. И что получается через Alt, вот эту гизму поднимем. Так, это и есть такое дело. Так, во. Гизму отключаем, и можно Trim Rack поставить и будем резать, наверное. Вот так. Раз. Обрезали. Теперь N. Выбираем двигатели. Включаем гизму. Так, где тут? Вот он. Ставим Mira and Well. Так, куда он там стал? Еще раз Mira and Well. Пойдет вроде. Теперь N задний. Сюда подставить Z. Отключить глаз. Ну и попробуем резать. Делаем Mira and Well. Ну а теперь верхние крылья. Так, вот эти. И делаем Mira and Well. Во. Ну а так больше... А, вот еще эти хвостовые части. Хвосты. Так, а где они? Shift Z уже картинка не понадобится. Все, в принципе, раскидано. Выбираю хвост. А, в принципе, что тут? Ну да, N. Найти теперь этот хвост. Вот они. Делаем теперь скайл. Я думаю, они такие большие уже не нужны будут. Так. И подгоняем. Вот к этой части. Так. Mira and Well. Теперь делаем зеркалку вот этим буйкам. Так, и тут вот этой штуки, ага. Ну вот, нырок уже раскидан. Теперь нужно его долепить, сделать, значит, пропеллеры. Чуть-чуть еще подкорректировать вот этот корпус. Даже можно его чуть-чуть поотделять. Shift Z тут как на картинке. Нос отдельно. Потом эта часть идет центрально. И потом вот эта часть, из которой, ну, идет вот эта вот загрузка. Вот такая штука. Теперь N. Выбираем нырка и чуть-чуть повыше его. Во. Вот такая штукенция получается. Так, а вот здесь мне сзади не нравится вот эта часть. Так, Ctrl-Z. О, вот теперь надо больше похожа. Ну да. Теперь как-то она, наверное, больше похожа.
Итак, вот такая болванка. В следующем ролике, наверное, возможно, покажу, как пропеллеры делать. Надо их сделать отдельно, чтобы потом в анимации они крутились. Ну и доделать, докрасить все это дело, смягчить, проработать вот этот вот, как сам корпус, еще флаты нам, наверное, попроходить, чтобы уже точно было нормально. Ну, такая штука. Так вот все раскидывается по примитивам. Все, всем пока, до свидания.